Ладно, погнали дальше. Погнали к Футабе. Дадим ей этот папирус, что у нее украли. И посмотрим, что она нам скажет. Как она пропустит нас дальше. Блин, какой же все-таки классный Ост тут играет. Мы вернулись с предметом, что у тебя украли. Хорошо. Возьмите его себе. Что? Разве он не важен для тебя? Это карта. Это гробница. И поскольку ее украли, они могли тут ходить свободно, знать, что где находится. Точнее, он. Вижу, тут у тебя нет особого влияния, даже несмотря на то, что это твой дворец. В любом случае, просто сделайте то, зачем пришли. Идите дальше. А, что это? Футаба-тян исчезла. Серьезно? Че, серьезно? Мы упали? Это... Зыбучие пески! Они нас поглощают! Быстро изо всех сил пытайтесь... Выбираемся отсюда как-нибудь. О, господи. Эй, мы живы? Да, прямо на дно. Больно. Сначала большой шар. Теперь... Эти пески нас чуть не убили. Мы ее что, разозлили, что ли? Разозлили. Даже не знаю, что сказать. Возможно, это какая-то... Какой-то барьер, что она пытается подсознательно ставить. Что? Да, возможно, это просто инстинкт защиты. В прошлый раз она ни с кем не говорила, и остерегала из других людей. Джокер, мы ее спасем же. Давай откроем дверь в ее сердце. Хорошо, ставь ее на меня. Ой, блин, я фразу пропустил. Ей не против, значит, нас сначала нужно ей о себе побеспокоиться. Так что давайте сначала найдем, как сказать, выход из этого места на поверхность. Иначе это место станет нашими могилами. Окей. Так. Стратеги, как миллиард других игр, да. Блин, тут можно прыгнуть на другую сторону. Так, о, тут наверх можно? Нет, нельзя. Мы в убий状態だ! Ябай ぞ!
Сокока! Дюка! 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 Моя! Дюка, Лиза! Блин, ублюдки не сдались так легко. Так, звук необычный, звук чего? Какой именно? Фарм СП. Ну да, СП можно хорошо пофармить. Кстати, чем учусь? Можно так сказать. Оп. Почему поднялась тревога? При атаке? Не знаю. А, понятно. Блин. Идите, ребят.実感できる戦いだったわね。前方にシャドウよ、注意して。シャドウ敵三体だが、実力はこちらが上だ。別の手があるはず。電撃が有効、手間取る相手じゃないはずよ。ヘルソナ弱点が狙えるな。動かないでもらって。これで終わりだ。我が輩にふさわしいスキルだ。
Так, наконец-то могу нормально разговаривать. Так. Это немного оно застанавливает. Ну да, его можно убрать. У Моргана наконец-то навык воскрешения появился. Так. А, что у нас там? Ну, Сократ, а что ты хотел? И это просто очень круто все сделано. На это хоть вечно можно смотреть. Так. Да, это воскрешение. Ну, навык воскрешения у меня есть и у ГГ. Привет, Саша, кстати. Здорово всем, кто тут пришел. Ей! Есть. Дарикаму у меня уже был. Просто у Моргана не был. Теперь есть. О, Рикаму, как бы, например. Персона, что я сейчас использую. Так, что было у этих ребят? Хорош. Блин, хорошее бабло поднимается. Такими темпами мы реально 15к соберем. Окей, левел ап. Канари ёю датава, не? Сколько у нас там? 43. Ну, возможно, на боссе мы пойдем с аксессуарами на восстановление СП для всех персонажей. Так, слушайте, тут у нас... Куда пойти сперва? Погнали туда сперва, посмотрим, что есть. Я вижу какой-то сундук, возможно, сокровище, а может что-нибудь полезное. И там, и тут. Да-да, сокровище. Мантия какая-то. Ну, например, на лучше. Где-то срань. Нет, может это для Моргана тогда? Здорово, Сала. Стоп, ты был тут или не был? Что-то я пропустил этот момент. Окей. Окей. Смотрим с другой стороны. Ах ты, шут, блюдок. Я понял про какой-то странный звук. А? Салат, тогда хорошо, я что-то пропустил. Блин, вот блюдки пердящие. Попробуем их завербовать, может быть? У меня вроде бы такого нет. Я вроде бы еще не вербовал никого. Так, окей, сначала он хочет поговорить. Ладно, давай поговорим. Так, Цукаса... Нет, я хочу что-то до конца сделать. Надо посмотреть следующую фразу.
понравился звук. Да и просто тогда меня отвлекали, я не особо слышал. А вот сейчас наконец-то услышал. И да. Это, конечно, просто дичь. Что там в чате? Это грубое. Ну, извиняюсь, ребята, просто это реально. Так. Будущее. Истинное. Зачем я пришел сюда? За сокровища? Незачем. Я не хочу тебе ничего рассказывать. О, хорош. Лидер стал таким. Я не могу понять этого чувака, он реально очень странно разговаривает. Видно, какой-то жаргон опять. Как бы дословно получается, ты не думаешь, что для главы находиться вот так поставленным на коленем, как я, походу, это довольно постыдно. Или типа того. Я могу сказать ему поздравляю, в смысле поздравляю с тем, что наконец-то тебя поставили на колени. Я не знаю. Или... Иначе тебе будет конец, типа попрощаешься со своей жизнью. А он любит насилие. Хорошо, ладно, он наш. А морда добрая, глазки честные. Угу. Так, Зантоман. Источник человек, что ли? Есть. И у меня место как раз есть. Да. Зантомен, ман, точнее, Сэндмен. Окей. Yes. Теперь у нас есть песочный человек в пати, который делает неприличные звуки. Ладно, идем дальше. Ох ты ж, стоять. Хотя он, по идее, ничего не сможет мне сделать. Оп, иди сюда. Есть. Димитро, что? Фармом, чё? Я просто иду и всё. Иду вперед, обследую локацию и три возможности новых персон. Захватываю. Ну, окей. Блин, 2К. Реально хорошие деньги. Не, надо нафармить 150К. И с СП проблем вообще особых не будет. Ах ты шум, блюдок! Ой! Чтоб мы попались. Так, ага. Оружие. Раз, два, три. Ах ты ж ублюдок. Готово.
Успеем, да? Пока мы выйдем из этого подземелья, куда мы упали. Нам же у нас сейчас цель, типа, обыскать это место и найти путь до поверхности. О! Так, тут мне понадобится... А, нет, тут понадобится. О! Катана. Это для Юски. Так. Так, в чем плюсы и минусы? Защита... защита. Атака поднялась на 130-60. Однако... как это срань на русском называется? Хит, короче, уменьшился на 2 очка. Да ну ладно. Солар хит, да. Тогисикси. Блин, а как мне вот туда попасть? Тут где-нибудь подняться можно? Нет, я пошел. Тя. Иди сюда, ублюдок. Ой, Lucky Boy, ты знаешь, мне столько чем тут нравится, что я не знаю, какую выбрать. Хорош. Макото, вали. Хорош. О, левел. Так, камень жизни. Зачем тянка, когда есть Моргана? Моргана же парень. Хотя Лиз для тебя окей, ты же девушка. Я думаю, в конце игры нам покажут, как выглядит Моргана на самом деле. Его истинное тело, если оно, конечно, еще там есть. Хотя будет хорошим поворотом, если Моргана все-таки изначально просто кот, просто там с ним что-то случилось. И ему кажется, что он человек. Окей. Свет! Там, наверное, выход. Нам повезло. Мы довольно близки. Да, мы наконец-то можем выбраться отсюда. Какой же все-таки жестокий опыт мы получили, пока, когда попали тут. Типа, потому что мы попали в те пески, что ли. А вот если перестанет быть котом, то отстой. Ну, посмотрим. Ох ты ж собака! Ой, блин. Я забыл, как его там зовут. Робот.
Что-то я чую посос. Так, окей, понятно. Рэй, нет, нет. Попробуем Гару. Да нет, надо, блин, Юски воскресить. Рекам. Хорош. Хорош. Попробуем лед. Попробуем огонь. Тоже нет. Попробуем гару. Давай, Дзантуман. Блин, как-то жестко. Надо все-таки Морган, наверное, брать в пати. Блин, попробуем пострелять у него. Нет, ему пофиг. Средняя. Так, надо бы и себе, наверное, все-таки восстановить. Так, средняя. Есть, хорош. Хорошо, хорошо, мы его заморозили. И технически. Хорош. Почему мне так мало денег дали за этого ублюдка? Я времени больше на него потерял. Привет, Усмин. О! Буфуру. Ну, заменить. Так, и так, и так. Конечно, только линейно идет вперед. Но будем осторожнее, а то, блин, опять эти сраные собаки нападут. О, книжных червей нет, бабла. Тут мы не пройдем, но там какой-то чувак. Кстати, а где комната сохранения? Что-то мне это не нравится. Походу ивент. Блин. Подождите, что там? Он просто стоит. Похоже, он совсем другая рыбешка по сравнению с другими. Короче, что, погнали, завалим его. Нет. Не хочу. Сейчас. Давайте сначала к выходу прорвемся, сохранимся там, а потом уже будем его завали. Lucky Boy, так закончим данж, потом у нас будут летние каникулы, и вот займемся всем этим делом.
Хифуми у нас следующая, да, собственно. Ох! Хулёвок. Изи. Куча бабла. 5 косарей. Сколько у нас стоит? 54к. Хорошо. Плюс мы еще лут тут собираем. Потом его продадим. И нормально, нормально. С СП проблему решим. Может, Привет, Нарука. Срань! А, какие у них слабости? Гару. Блин. В смысле, Сега? Так они уже есть. Все дело, все, что есть для персоны 5, это костюмы из других персон. И персоны главных героев других персон. Все. Больше ничего не помню. Попробуем заморозить. Не знаю, чем снять этот статус у ГГ. Ах ты ж, блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Сволочь. Все, они попали. И еще один. И топите за горничную, в смысле? Так, что у вас там в чате? Кто-то сделал голосование насчет вайфу? Мне интересно. Так, слушайте, попробуем их к себе, одного себе в пати захватить или завалим. Давайте попробуем схватить одного из них. Так, ну, само собой, сначала нужно поговорить. Куда же без этого? Так. Мое очису. Очисуи. Так. Не хочу поговорить с тобой спокойно, поэтому сделай глубокий вдох-выход и будь спокоен. Окей, спасибо. Попытаюсь. Так. Давай предположим, что я человек. И что-то насчет преступления. Так. Я совершил преступление. Сейчас почитаю вариант ответа. Так, нет.
Короче, если, да, он будет человеком, и я кого-то побью, убью, скорее всего, буду ли я преступником после этого? Конечно, нет, или не знаю, мне все равно, заткнись. Да? Чё, не понравился ответ? Ну, иди в жопу. Так. Смотри, ушел. Бывает. Так, окей. В этом есть смысл, но все же. Так. Юкугая. Кангая. Да. Так, что-то насчет того, что... Люди действительно необычные, интересные. Хотел бы я стать одним из них, или типа того. Да, Рус, нет, будет. Завтра будет. Завтра будет вечер, ночью. 11-12 где-то. Так. Окей. Что тут? Это я не понимаю. Что-то насчет сознания и что-то насчет плохо или нет. Считается ли преступлением это как его? Если ты, например, сказал кому-нибудь плохое слово, там послал его в шопу и типа подсознательно ему сделал больно. Блин, что за дебильные вопросы они мне задают, я хрен их пойму. В каком-то смысле, да. Или нет, это другой тип боли. Нет ничего подобного в сознании. Хорош. Хорош, мы его взяли. Блин, какой сложный укулёв. Окей. Нага. Он наш. И у меня, да, тут полно. Так. Я могу его заменить, потому что у меня уже есть эти навыки для дебафа защиты и атаки у других персон. Окей. Не знаю, там написано тупо нага и все. Сейчас посмотрим. Да. Нага. Нага. Ну, это, скорее всего, его полное имя. Полного мнения написать. Так, а подробностей? Нет, тупо Нага его зовут. Нигде не вижу, что было написано еще что-то. Интересно все-таки персона. Потом будет Тян Лами. Кто знает? Кто знает? Так, окей, выход. Ура. Выбрались, смогли. Так, мы теперь смогли обеспечить себе путь. Путь.
Так, в следующий раз мы будем знать уже, куда нам нужно выходить, и будем использовать это место. Окей. Так, okay. Сейвимся и погнали дальше. Порежу запись.